вкусная, красивая и сложная для выращивания. Речь о черешне, урожай которой собрали в ПК имени Кремко. Это сладкая ягода – капризная культура для западного региона, но риски в очередной раз оказались оправданы. 47 тонн черешни отправилось на прилавки фирменных магазинов и белорусским оптовым покупателям. У нас в основном сорта среднего и позднего срока созревания. Основные сорта в данном квартале – это Регина, Ванда и Тамара, и сорта опылителей Сумит, Сильвия, Ляпинс и Карина. Каждый день черешню собирали вручную 30-35 человек. Когда была аномально жаркая погода, трудились с 6 утра и до часа дня. Опытным работникам удавалось собрать 100 килограммов сладкой ягоды в день. В этом году ягода хорошая, собирается она легко, рвать ее нужно с плодоножкой, так она дольше хранится. Черешню в ПК имени Кремко выращивают с 2012 года. За этот период агрономы-садоводы поняли, что она требует особого ухода. Однако результат стоит всех усилий. После закладки на второй год была смонтирована защита сеткой от птиц и от града. И смонтирован капельный полив, система капельного полива. Это тоже нужно в определенные фазы роста и развития данной культуры дать воду и дополнительные элементы питания. Работа над хорошим будущим урожаем началась уже сейчас. Детальная обрезка деревьев – залог того, что следующим летом вкусной гродненской черешни будет еще больше.